В Армавире прошла игра, которая может претендовать на звание одной из самых интересных во всем сезоне. В очередном матче футбольной национальной лиги сошлись красноярский «Енисей» и местная «Торпедо». Кто станет победителем, не было понятно до финального свистка. Хотя первый тайм прошел размеренно и не предвещал голевой феерии. До перерыва команды голов не забили. А вот вторая половина встречи была богатой на события. В первые 15 минут хозяева поля отправили в ворота гостей два мяча. В составе «Енисея» на поле вышел аргентинец Хуан Лескано, и именно он стал героем матча. На 64-й минуте отыграл для своей команды один мяч. За 10 минут до конца основного времени сравнял счет, после чего «Енисей» поймал кураж и создал несколько хороших моментов. Победу красноярской команде также обеспечил Лескано. В дополнительное время он отправил еще один мяч в сетку ворот «Торпедо», оформив хет-трик. Итоговый счет 2-3 в пользу «Енисея».